Всем привет! Сегодня я покажу, как я закладываю семена лаванды на стратификацию. У меня семена лаванда вознесенская, Тристан и Изольда, Фрагран Баттерфляй и Услада. Но сегодня мы будем работать с семенами лаванды узколистной Прованс. Нам потребуются семена, емкость, ватные диски и перекись водорода. Итак, приступим. Семена я уже открыла. Они у меня вот в таком вот, в таких пакетиках. Мы их высыпаем в эту емкость. Сейчас попробуем. Высыпаем. Семена высыпали. Теперь добавляем в эту емкость перекись водорода. Ничем я ее не разбавляю. Просто, чтобы смочить все семена. Этого хватит. Этого хватит. Теперь я жду минут 10. Через 10 минут я буду данные семена на ватные диски помещать. Так, прошло 10 минут. Теперь ватный диск. Самый обычный. Любой, какой у вас есть. Мы вот так вот набираем на него семена. Это один. И второй. Это делать не трудно. Так. Как видите, получается даже одной рукой. Вот таким вот образом. Обратно. Так. И помещаем все семена на данный ватный диск. Как видите, я не развожу перекись водой, я не промываю семена, я их замачиваю в перекиси минут 10-15, может быть даже 30, я уже это делаю не первый раз, и всхожесть великолепная. Помещаем на ватные диски. Как видим, ничего сложного в этом нет. Итак, теперь мы соединяем ватные диски. Так, семечко. Соединяем ватные диски. Я не подписываю, а просто отрываю верх упаковочки. Прикладываю. Так. И помещаю в пакетик. В обычный пакетик, если есть пакеты с застежечкой zip, великолепно. В данный момент у меня их нет. Помещаем в пакетик и в холодильник. В холодильник на 2 месяца. Но каждые 2 недели я проверяю свои ватные диски, чтобы там не было плесени, чтобы он не пересыхал. Иногда я увлажняю по краям, капаю немножко перекисью водорода. Чтобы он не пересыхал и плесень, чтобы не было плесени. В среднем это занимает 1-2 месяца. Также я вижу, как семена набухли, и только тогда уже высеваю в почву. Самый простой метод, в принципе, на этом все. Перекись, семена в пакете поместили и проверяем раз в 2 недели. Все, удачных всходов!